Привет! Сегодня будем готовить легкое, но вкусное блюдо – помидоры с яйцами. Для приготовления помидор с яйцами нам нужно несколько помидор, лук репчатый, яйца, зелень, сельдерей, укроп, петрушка, кинза, какой хотите, лавровый лист, соль, перец и растительное масло. Кто любит, может использовать сливочное. Ставим воду кипятить в кастрюле, чтобы ошпарить в ней помидоры, для того, чтобы они хорошо почистились быстро. Перед тем, как положить помидоры в воду, желательно ее немножко так надрезать, чтобы она потом хорошо лопнула. Помидоры погружаем в горячую воду на несколько минут, буквально на 3-4 минуты. И потом опускаем в холодную воду, для того, чтобы шкурка лопнула и они легко почистились. Яйца разбиваем в чашку. Количество яиц нужно брать в зависимости от того, какое количество будет помидор. Яйца разбиваем, чтобы они были однородной массы. И режем полукольцами. Расслаиваем, чтобы они были по отдельности, а не целой кучкой. Делим, мелко режем. Помидор уже у нас лопнуло, и теперь ее нужно положить в холодную воду. Снимаем кожицу с помидора и режем ее, убирая серединку. Режем на небольшие кусочки, чтобы можно было положить его в рот. Нагреваем масло на сковороде и кладем лук обжариться. Лук перемешиваем, обжариваем на сковороде до состояния золотистого цвета. И заливаем его помидоры. Оставляем кипеть, чтобы жидкость немного выкипела. Когда помидоры станет мягкой, жидкость немножко выкипит. Подсаливаем. Также перчим. Заливаем яйцами. Яйца тоже немножко сверху подсаливаем. И слегка перемешиваем. Кладем лавровый лист. Посыпаем зеленью. Еще раз все перемешиваем и заливаем. Оставляем кипеть, пока яйца не сварятся. Теперь можно выключить. Помидоры готовы. Приятного аппетита!